Всем привет, дорогие друзья! Многие из вас у меня спрашивают, как выбирать видеорегистратор. Конечно же, все уже знают наверняка, кто смотрел мои предыдущие видеоролики, о том, что мне прислали на обзор наши друзья с Поднебесной видеорегистратор Xiaomi 70 Mai. Я его себе установил в автомобиль, показывал, как я его красил, но сегодня я хочу рассказать в общем, как выбирать для себя видеорегистратор. Для того, чтобы правильно выбрать видеорегистратор, вначале нужно определиться, какие цели ваш видеорегистратор должен вам выполнять, что он должен делать, что вы от него хотите. Если вы хотите, чтобы при движении на автомобиле видно было номера других автомобилей с большого расстояния, особенно это, не то что двигаясь в потоке. Двигаясь в потоке, любой видеорегистратор HD будет показывать номера на расстоянии 5-10 метров. Или, допустим, вы в пробке будете стоять, впереди идущий автомобиль, сейчас практически на каждом видеорегистраторе будет виден номерной знак. Но когда мы двигаемся по дороге и едут встречные автомобили, расстояние бывает больше, то, соответственно, для того, чтобы увидеть номера автомобилей, которые двигаются нам навстречу, здесь уже необходима совершенно другая техника. Во-первых, конечно, надо, чтобы видеорегистратор уже имел более высокое разрешение, и, соответственно, FPS должно быть не меньше 60, 60 кадров в секунду. Тогда хоть как-то можно будет разобрать номера, потому что в движении, если у нас FPS, допустим, 24 или 30, грубо говоря, там, я условно говорю, какие числа, то, конечно же, заснять номера в движении очень проблемно. Для того, чтобы мы увидели номера, нам необходимо, чтобы кадры менялись гораздо быстрее. Но в этом самая большая как бы проблема. Но, друзья мои, когда мы используем видеорегистратор высокого разрешения с высоким FPS, нам необходима большая память, так как, в принципе, все эти видео занимают гораздо больше места, в 2-3 раза больше, чем обычный, допустим, формат HD. Так вот, друзья, итак, для чего нам необходим регистратор? Самый главный вопрос, на который мы должны ответить. Прежде всего, для того, чтобы в случае какого-то ДТП или какой-то нестандартной ситуации мы могли, по крайней мере, доказать свою правоту. То есть показать, что это произошло, и мы здесь ни при чем. Ну, допустим, кто-то совершил какую-то подставу, или кто-то врезался, допустим, не дай бог, конечно, в вас. И для того, чтобы показать, что не вы виноваты, а этот человек или этот автомобиль виноват, соответственно, нам необходимо доказать. Вот для этого, по сути, и есть видеорегистратор. Почему я говорил, что вот этот 70 Mai, который я себе установил от Xiaomi, почему он мне больше подходит, чем другой видеорегистратор? Все очень просто. Вот смотрите, у меня стоял вот такой вот Texet. Я его снял, сейчас поставлю в другой автомобиль, сыну отдам. И, в принципе, он работал нормально, но главное, что он, конечно, с одной камерой. Это самая главная фишка, что у него одна камера. Мне это неудобно. Мне нужно, чтобы было две камеры. Потому что я хочу контролировать как то, что происходит спереди, так и то, что происходит сзади моего автомобиля. Поэтому две камеры. Да, друзья, если я буду двигаться в потоке и будут встречные автомобили проходить, он, конечно же, не распознает номера. Тем более на расстоянии, скажем так, 20, 30, а то и 40 метров. Конечно же, он не в 4К снимает. Но, в общем-то, если расстояние 5 метров, 10 метров до автомобиля, и если автомобиль не в движении, а, допустим, остановилось, я имею в виду не в большом движении, если, допустим, небольшое движение, то, в принципе, номера распознаются и достаточно неплохо видно. Тем более, если мы делаем кадр, то есть останавливаем и просматриваем. Все это можно делать. У видеорегистратора 70 Mai A400, который у меня установлен сейчас, у него разрешение передней камеры больше, чем задней. Задняя 1080 стандартно, а передняя больше разрешения. И этот формат, его, да, увидеть можно, но я его не могу вам показать, мой видеоредактор с ним не справляется. То есть, когда я монтирую видео, я скидываю этот файл именно со своего видеорегистратора, он виден, что это MP4, но он открывается у меня в видеоредакторе как аудиофайл. Вот такая вот интересная штука. Хотя в КМП я свободно открываю его и просматриваю, то есть вообще без проблем. Но вот именно в высоком разрешении я вам показать, к сожалению, не могу видео с этого видеорегистратора, потому что, ну, мой видеоредактор не справляется. Может быть, какой-то другой видеоредактор надо будет попробовать, но это все со временем. Итак, друзья, мы выбираем себе видеорегистратор. Дальше. Это я первое рассказал. Что нам главное? То есть, по сути, нам HD видеорегистратора вполне будет достаточно. Второе требование, которое немаловажно, это неглючность. Или глючность, или неглючность. Вот этот регистратор у меня периодически, допустим, выключался. Заряд аккумулятора не набрал, он выключился. Его приходилось перезагружать. Но у него была, конечно же, правильная запись. То есть, цикличная запись. Он набрал полностью карту памяти, потом он заново переписывает. То есть, вот идет цикличная перезапись, это все
все нормально. Некоторые видеорегистраторы даже этого не поддерживают. Приходилось стирать. У меня был старый раньше китайский видеорегистратор, так там приходилось стирать, потому что карта заполнена, остановка происходит. Потом приходится стирать, и он будет заново писать. Этот писал и пишет цикличную запись, и, соответственно, 70 May тоже пишет цикличную запись. Но цикличная запись здесь сразу с двух камер, здесь преимущество большое. Но глючность этого видеорегистратора меня просто раздражает. Если видеорегистратор имеет свойство глючить, там подвисать или не выключается, кстати, было за ним замечено много раз, он просто вот иногда глючит, он может зависнуть, он может иногда работать нормально, может, а потом раз, приходится перезагружать. И лезть постоянно перезагружать, мне, допустим, это не нравится. Допустим, за 70 May вот этим вот A400 я этого не заметил, он у меня ни разу еще не заглючил. Ну, Xiaomi есть Xiaomi. Xiaomi, по сути, это как бы фирма такая считается довольно-таки высокого уровня. И как некоторые говорят, очередной китайский ширпотреб, не надо, друзья, рассказывать, у меня телефон Xiaomi, ни одного глюка за 2 года. Просто вот никаких Samsung мне не надо, ничего, идеально. Я считаю, что Xiaomi это уже бренд, и бренд уже на уровне. Так вот, что нам нужно? Значит, мы когда выбираем, значит, разрешение, мы определили, что нам не нужно гнаться за 4К и за супер каким-то разрешением, потому что нам вполне достаточно будет HD или Full HD. Если Full HD, это вообще идеально. 30 FPS нам будет вполне достаточно, и, конечно же, друзья мои, не глючность. Дальше, эти нюансы мы разобрали. Теперь следующее. Друзья мои, теперь, конечно же, дизайн, внешний вид и насколько он будет виден на ветровом лобовом стекле. Иногда бывает так, что вешают видеорегистраторы, они как фотоаппараты такие здоровые, и они мешают даже обзору. Вот он под зеркалом висит, там где-то еще как-то, в общем, некрасиво. Допустим, 70 May, он приклеивается, он как бы самый немаленький, но обратите внимание, вот здесь, если взять этот Texet, да, у него вот такое вот крепление здоровое, здесь уже у меня подготовлено вместо присоски, я присоски убираю и клею на двухсторонний скотч, я это уже показывал. Вот, и получается, за счет этого он большой. Все равно он большой, и он висит у меня под зеркалом. Он меня не напрягал, конечно. Если бы он не глючил, я бы его и не менял бы. Пусть бы работал. Но опять же, и если бы у него было бы 2 камеры. Но я его все-таки поменял. А этот все-таки видеорегистратор, он вообще не виден. Вот у меня за зеркалом его вообще не видно. Получается так, что вот, ну, не мешает абсолютно. Несмотря как бы на свои габариты. У него габариты поболее, чем у этого будут. Теперь еще один момент, друзья мои, очень важный, конечно, для многих. Это GPS. GPS это, конечно, очень интересная и нужная штука. Вот здесь GPS есть. В 70 May GPS в моем именно экземпляре нет. Но, честно сказать, как показывает практика, он мне не нужен. GPS просто больше расходует заряд аккумулятора. Если выключается видеорегистратор и необходимо записать, допустим, на парковке, а это немаловажно, в этом 70 May у него есть функция записи парковки. То есть, когда мы глушим автомобиль, оставили, и если какой-то удар, какое-то столкновение по автомобилю, у него датчик удара стоит, и он срабатывает, начинает писать сразу 2 камерами. Это преимущество очень большое, чего вот в этом нет. По сути, да, здесь GPS есть, а там нет. Но GPS мне не нужен. Если вам GPS надо, ну, тогда вы думаете, для чего? Может быть, это для того, чтобы показать, где произошло это ДТП? В этом смысле, конечно, возможно, это и нужно. Но, по сути, если даже нет GPS, то всегда к обстановке можно привязать, допустим, определенную ситуацию. В любом случае, вы же не на какой-то голой площадке находитесь. Но, в любом случае, ситуационно, внешне можно сделать какую-то привязку. И, на мой взгляд, необходимость функции GPS в регистраторе, ну, такая, относительно сомнительная. Ну, если вам нужно, то, я думаю, можно из этой линейки даже подобрать себе с GPS. Ну, у меня в этом необходимости никакой нет. Друзья мои, я надеюсь, что я достаточно вам понятно объяснил, на какие критерии необходимо обращать внимание при выборе видеорегистратора для своего автомобиля. Вы уже решайте сами и подбирайте именно исходя из ваших потребностей. Нужен вам какой-то определенный, допустим, видеорегистратор, ищите такой, какой вам необходим. Но общую картинку теперь вы знаете. По каким критериям правильный делать выбор. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.